Привет! И сегодня я вам покажу упражнения для нашего пресса. Всего лишь 5 упражнений и всего лишь 5 минут. Да, 5 минут. Я знаю, что сейчас многие скажут: вау, за 5 минут нельзя накачать пресс. Нельзя. Его нельзя накачать и за час в день, поверьте. Пресс ваш видно только тогда, когда вы наводите порядок у себя на кухне, в холодильнике. То есть, когда вы сбалансированно питаетесь. Счастливчик, не показывай задницу нашим подписчикам. Когда вы сбалансированно питаетесь, белки, жиры, углеводы, и, конечно же, вы находитесь в дефиците, небольшом дефиците калорий. Если вы даже будете переедать и будете качать по часу в день пресс, эффекта не будет. Поэтому правильно питайтесь 5 минут в день на мышцы вашего пресса. И, конечно же, вы должны еще тренировать и другие мышцы, не только пресс. Поэтому, если вы хотите сделать чисто тренировку на пресс, эти упражнения вы должны сделать 5 кругов. Если вы после какой-то любой тренировки делаете, то вам, конечно же, хватит одного или два круга. Поэтому таймер 30 секунд, через 30 секунд я вам сегодня, мы с вами делаем. Но если вы хорошо подготовлены, вы можете делать 40 секунд или минуту и отдыхать 20-30 секунд между упражнениями. И вам понадобится сегодня коврик и 2 гантельки. Ну, и мы начинаем. Поехали. Моя ты мышка.